Девушки с Макаровым – это российская версия американского телехита «Полицейская академия». Съемочная команда, когда-то подарившая зрителям канала ТНТ популярный ситком «Интерны», вписалась за разработку проекта в 2019 году. Первые серии появились в эфире в марте 2021. После успеха премьерных эпизодов последовал выход второго, третьего и четвертого сезонов. Главные роли в картине и исполнили Павел Майков, Алевтина Тукан, Валерия Остапова, Елена Полянская, Сергей Астахов и другие. По предварительной информации, дата выхода пятого сезона из сериала «Девушки с Макаровым» назначена на 2024 год. Точная дата выхода будет известна позже. Новый сезон вновь расскажет об очередной попытке девушек-полицейских под руководством Макарова доказать мужчинам, что служить в полиции может и женщина, а о себе, что между работой и личной жизнью все же можно найти баланс. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.